Будда Баул, скорее концепция, чем какое-то конкретное блюдо, это такой полноценный прием пищи из того, что под рукой, вариантов приготовления тысячи, но есть общие правила, в чашу-тарелку Будды должны входить зерновые овощи, зелень, бейлок, а также какой-нибудь источник полезных жиров, получается сытное, полезное и красивое блюдо. Ниже я покажу свой вариант, как приготовить Будда Баул, все ингредиенты легко заменяемы, вместо киноа можно взять рис, пшено или амарант, овощи подойдут как свежие, так и приготовленные, в общем, можно экспериментировать. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте тофу на кубики, обваляйте в специях и запекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Залейте киноа водой в соотношении 1 к 2, поставьте на средний огонь, после закипания варите на медленном огне 15 минут. Смешайте тахини, воду, лимонный сок, сухой чеснок и соль, воду лучше добавлять постепенно, должен получиться белый соус кремовой консистенции. Вкусняшки, подписавшимся. Помойте шпинат и томаты, положите шпинат в миску. Очистите половинку авокадо и нарежьте, сбрызните его лимонным соком, томаты разрежьте пополам. Соберите все ингредиенты в тарелку, сверху полейте соусом и посыпьте кунжутом, Будда Баул готов, приятного аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Тофу, 100 грамм, киноа, 60 грамм, нут консервированный, 100 грамм, тахини, 1 столовая ложка, вода, 3 столовые ложки, сухой чеснок, 4 грамма, 3 грамм, в тофу, 1 грамм, в соус, шпинат, 1 пучок, соль, 2 щепотки, 1 щепотка, в тофу, 1 щепотка, в соус, паприка, 1 щепотка, авокадо, 0,5 штуки, томаты черри, 4 штуки, черный кунжут, 1 по вкусу, лимон, 0,5 штуки, количество порций, 1. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного дня!